Российское правительство решило выделить 4 миллиона долларов на реставрацию и реконструкцию исторического центра Вифлеема, палестинского города, в котором родился Иисус Христос, сообщает Благость.Инфо. В частности, реставрационные работы пройдут на улице Звезды, пересекающей старый город и прилегающих улицах. По словам руководителя миссии Российской Федерации при палестинской автономии Айдара Аганина, проект будет осуществлен при участии Министерства финансов Палестины и городских властей Вифлеема, мэром которого является сейчас христианка Вера Бабун. Работы начнутся в сентябре текущего года. Улица Звезды длиной около километра была включена в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 2012 году как паломнический маршрут. Она начинается у площади с круговым движением возле центра католического действия и заканчивается у дамасских ворот древнего въезда Вифлеем. По преданию, именно этим путем Мария и Иосиф прошли к пещере Рождества.